Цена российского газа сейчас составляет $227.36 за 1000 кубических метров. Цена европейского газа колеблется. Последние покупки, которые были сделаны нефтегазом, были ниже этой цены. Точную цифру назвать не могу из коммерческих соображений. Есть возможность это делать. То есть, если не хватает угля, то есть возможность балансировки украинской электрической системы за счет включения газомазотных блоков. Этого сейчас не делают. Сейчас, насколько мне известно, угля достаточно. Мы очень надеемся, что этого и не будет происходить зимой, потому что газовая электроэнергия самая дорогая из всех, которая может быть в Украине. Ну, не считая альтернативной, я говорю, из стандартных источников энергии, это самая дорогая. Поэтому мы надеемся, что этого не произойдет. И насколько нам известно, есть серьезный прогресс в обеспечении углем, поэтому блоки сейчас точно не включены, газомазутные, и мы надеемся, что они не будут включены до конца этого отопительного сезона.